упражнение «Жим штанги на наклонной скамье». Садимся таким образом, чтобы при выполнении жима мы не задевали за стойки. В данном случае мы садимся чуть ниже, это отодвигает нас чуть дальше от стоек. Хват подбираем таким образом, чтобы при сгибании предплечья и плеча в локтевом суставе был прямой угол. Держим штангу, выносим штангу на уровень верхней части грудных мышц, локти уходят слегка через стороны, но не уводим их очень сильно назад, чтобы как можно меньше задействовать переднюю дельту. Отпускаем до касания верхней части грудных мышц, что позволит нам увеличить растяжение в мышцах груди, соответственно, даст нам лучшую проработку. При отпускании мы выполняем вдох, при выпрямлении рук выполняем выдох. Основная рабочая мышца здесь верхняя часть груди, также работает передняя дельта и трицепс. Достаточно, ставим.